Пневматический пистолет под калибр 4,5 мм C11 от фирмы Crossman. В комплекте есть инструкция, сам пистолет и механический магазин. Корпус пистолета выполнен полностью из пластика, магазин металлический. Прицельные приспособления — мушка и целик. Органы управления — это спусковой крючок, кнопка отмыкания магазина и предохранитель. У данного пистолета ствол гладкий, поэтому для стрельбы используются стальные 4,5 мм шарики. Они заряжаются непосредственно в магазин. Для этого опускаем бегунок в самый низ до фиксации и через отверстие заряжаем шары. После того, как вы зарядили шары, не забудьте снять бегунок с фиксации. Данный пистолет питается от одного 12-граммового CO2 баллончика, который устанавливается в рукоятку. Для этого снимаем накладку, ослабляем винт, устанавливаем баллон и с помощью винта поджимаем баллон. Во время поджатия происходит прокол баллона. Чтобы начать стрелять, необходимо установить баллон в пистолет, зарядить магазин шарами, примкнуть магазин, убедиться, что пистолет находится не на предохранителе, и можно стрелять. Данный пистолет предназначен для развлекательной стрельбы по мишеням, и я крайне не рекомендую стрелять из него в людей, так как вы можете нанести травму. При этом для целей самообороны такой пистолет неэффективен.